Дорогие друзья и моя команда, сегодня хочу снять видео о том, как оплатить заказ Faberlic с помощью системы интернет-банкинг. Для этого вы входите в систему интернет-банкинг, выбираете систему расчета ЕРИП, потом общие республиканские. Здесь выбираете прочие республиканские услуги, опускаетесь вниз и выбираете Faberlic РБ. Потом вы выбираете оплата товара. Выбираете источник средств для операции. Нажимаете «Продолжить». Здесь пишите свой регистрационный номер. У меня здесь свой, а вы пишите каждый свой. Нажимаете «Продолжить». И потом пишите сумму, например, 12 рублей. У каждого своя сумма. Если здесь пишется прописана сумма, ее можно изменить. Нажимаем «Продолжить». И потом нажимаем «Оплатить». Вот и все. Спасибо за внимание. До новых встреч!